Так, у нас сегодня будет обзор про этот патрон барнаульский, снаряженный картечью 8 мм, нестрелянный. Хочу его разобрать и узнать, какая навеска пороха. Для этого мы берем труборез, аккуратненько, с середины, зажимаем. И вот крутим его. Многие жалуются на эти патроны. Ну, типа они не перезаряжают, навески пороха мало. А вот вчера стрелял этими патронами с использованием насадки Парадокс. Автоматика сработала идеально. Боюсь пыж порезать. По-моему. Не хотелось, конечно, пыж испортить. А вот, все. Аккуратненько. Вот и так пришлось чуть помучиться. Вот контейнер чуть повредил. И вот они картечины, 5 штук. Сейчас взвесим. Взвесим, точнее. Посмотрим. То, что на коробке написано, правда или нет. Заряд 15. Ну, грубо 15 грамм. Теперь порох. Вот он наш порох. Сунар 410. Снимай поближе. Как видим, 6,5. 0,65 точнее. И на этой навеске я вчера стрелял. 4 выстрела сделал с насадкой Парадокс. У меня вроде бы все сработало. Никаких задержек не было. Вот. 0,6 грамм картечи бывает у... То есть пороха на картечных патронах от фирмы Барнаул БПЗ. Все на этом.